Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Find X3 Pro, и сейчас я покажу вам, как установить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Уведомления» и строка «Состояние». Здесь мы выбираем строка «Состояние», и у нас здесь есть уровень заряда батареи. Мы можем установить его как внутри значка батареи, так и снаружи, так можем и не устанавливать. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.